вас и сделала тест на беременность, который оказался положительным. Я была беременна в 13 томах. Они рано вернулись с работы, что это розыгрыш. Но я не шутила и заплакала. Я знала, что мне не о чем беспокоиться, пошел к нему домой, чтобы поговорить с его родителями о том, что мы будем делать. Но, к сожалению, они так же безответственны, как и их глупый сын. Так что они хлопнули дверью у него перед носом. А мы подали на них в суд, потому что семья Кайла должна нам, по крайней мере, немного денег для ухода за ребенком. Даже если сам Кайл не хочет быть нормальным отцом. Быть мамой-подростком очень тяжело. Но, по крайней мере, мои родители помогают мне заботиться о ребенке в течение дня. А я сижу с ней после школы. Are you gonna help me? Or are you just gonna sit there and sniffle? I thought you didn't want to catch what I've got. Я не знаю, что с ней ребенок. Но я вам... We'll be needing this. We'll be needing this. Подписаться на канал моего знакомого. Он снимает интересные и страшные фильмы. Not now, Yin. That's the only bag with a dollar sign on it the whole town. If she steals it, we'll have nothing to put our dollar signs in. Итак, когда он закончил и начал уходить, вдруг отъехала шторка, и там оказалась Эмма. Она закричала: «Я нашла тебя! Я нашла тебя!» А я смотрела на нее в полном шоке. После я взглянула на мужчину, который оказался ее отцом. И он просто: «Ты что, была здесь?» Я покраснела, и она и начал уходить. Как только он уйдет, встать и выбежать оттуда как можно скорее. Итак, когда он закончил и начал уходить, вдруг отъехала шторка, и там оказалась Эмма. Она закричала: «Я нашла тебя! Я нашла тебя!» А я смотрела на нее в полном шоке. После я взглянула на мужчину, который оказался ее отцом. И он просто: «Ты что, была здесь?» Я покраснела. Ребята, хочу попросить вас подписаться на канал моего знакомого. Он снимает интересные и страшные переписки ВКонтакте.